100 лет назад в здание на Дворцовой площади вошел пожилой господин, державший в руках папку с документами. Он поднялся на третий этаж и проследовал в кабинет министра иностранных дел России Сергея Дмитриевича Сазонова. В 7 часов 10 минут вечера посол Германии граф Пурталис вручил Сазонову ноту, подписанную Вильгельмом II. Задыхаясь от волнения, он передал вслух объявление войны. Это было 1 августа 1914 года, по старому стилю 19 июля. Этот день стал одним из самых трагических в истории России. Посол Германии произнес несколько театрально: «Его Величество Император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя находящимся в состоянии войны с Россией». Министр Сазонов реагировал усмешкой. «Можно подумать, мы бросали кайзеру перчатку. Россия, вы знаете, не начинала войну, она нам не нужна». На это Пурталис произнес сдавленным голосом: «Это правда». Как вспоминал Сазонов, посол Германии неразборчиво добавил еще несколько слов, подошел к окну, которое смотрит на Зимний дворец, и там произошло что-то уж совсем выпадающее из дипломатического этикета. Пурталис прислонился к подоконнику и зарыдал. Николай II в тот день был в своей загородной резиденции в Петергофе. Сазонов срочно связался с министром императорского двора графом Фридериксом и сообщил ему тревожные новости. Николай Александрович в это время шел со всеночной памяти святого Серафима Саровского. Именно к нему часто обращались с молитвами император и его супруга. Выслушав графа Фридерикса, Николай II перекрестился и произнес: «Моя совесть спокойна, я сделал все, чтобы предотвратить войну». Тем же вечером Николай II встретится в своем кабинете с английским послом. Они будут допоздна работать над письмом королю Англии Георгу V. Во 2 часу ночи Николай Александрович пойдет к императрице выпить чаю. Здесь его догонит камердинер Тетерятников с телеграммой от императора Германии. Что же он пишет? Вильгельм II дружески выражает надежду, что русские войска не перейдут границы. Странно. Николай Александрович приказал срочно связаться с послом Германии и выяснить, нет ли у него каких-либо дополнительных инструкций от германского императора. Оказалось, ничего. Николай оставит эту странную телеграмму без ответа. Но какие события предшествовали этому дню? Обратимся к газетам июня-июля 2014 года. 28 июня в Сараево гимназист Гаврила Принцеп из конспиративной группы «Молодая Босния» смертельно ранил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 31 июля император России повелел начать общую мобилизацию. Посол Германии передал российскому министру иностранных дел ультиматум от германского кайзера Вильгельма: «Не остановите мобилизацию, будет война». Хотя в самой Германии мобилизация уже шла. Срок ультиматума истек, и Германия объявила войну. Поздно вечером в квартиру писателя Леонида Андреева на Большом проспекте петербургской стороны постучали. Кто бы это мог быть? На пороге стоял военный, одетый в тяжелую походную форму. Писатель не сразу узнал брата Андрея. Его полк стоял в Финляндии. Они копали землю, рубили лес. И Андрей был похож скорее на мужика с лесоповала, нежели на солдата. Теперь его отправляли на позиции и отпустили проститься всего на 1,5 часа. В дневнике Леонида Андреева появилась запись. «Что теперь будет? Возможно, он не вернется. И эти мысли, уже не новые, кажутся мне страшными». Второе августа. На набережной Невы все напряженно ждут появления императорской яхты «Александрия». Она показалась со стороны морского канала. У Николаевского моста к ней подали катер «Петергоф». Николай II, Александра Федоровна и дети перешли туда. В 3 часа 45 минут катер причалил к царской пристани. Ему салютовали оглушительными залпами бастионы Петропавловской крепости. Император вошел в Зимний дворец. В Николаевском зале уже собрались гвардейцы, депутаты Думы, министры, члены Государственного совета, посланники Франции, Англии, Сербии.
Весь двор в торжественных одеждах, офицеры в походной форме. В центре престол с перенесенной чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. В 1812 году перед ней молился фельдмаршал Кутузов накануне отъезда из Петербурга к войскам. Духовник императорской семьи Александр Васильев зачитал манифест. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. Начался молебен. После него Николай II поднял правую руку над Евангелием и обратился к офицерам гвардии. «Клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле». С такими же словами обращался к своим солдатам в 1812 году император Александр I. Николай II и Александра Федоровна выходят на балкон Зимнего дворца. Увидев их, толпа на Дворцовой площади, как один человек, опускается на колени и поет «Боже, царя храни». Николай Александрович пытается говорить, но его заглушает громовое «Ура!». Александра Федоровна так взволнована, что даже закрывает лицо руками. Гул площади страшен. И что величественнее в эти минуты – солнце, которое горит за Адмиралтейством, или Дворцовое? Обо всем, что происходило в те дни, писали репортеры. Биржевые ведомости «Новое время», газету «Копейка» расхватывали на улицах в одно мгновение. Поезд государыни императрицы Марии Федоровны на пути из Парижа в Петербург не был пропущен в Берлине и направлен в Копенгаген. Открыт прием прошений в общину сестер милосердия Красного Креста. Петербургское купечество решило организовать лазарет на 400 кроватей в районе театра военных действий. Едущим на войну предлагаем непромокаемые брезентовые пальто, куртки, сапоги, а также для путешествия бурки. Газеты столетней давности возвращают имя войне, начавшейся в 1914 году. Ее называли «Отечественной». И этот заголовок надолго прописался на первых страницах. Как осаждали в первые дни августа фотоателье на Невском проспекте. Призывники, семьи с детьми, барышни поднимались по высокой лестнице и ждали своей очереди здесь, в мастерской Карла Буллы. Фотографии, снятые на память, будут отогревать в окопах и солдата, и офицера. Булла удивлял всех тем, что обращался «будьте поживее, не сидите так натянуто», а из огромного окна в потолке на них смотрело небо. В начале 20 века Карл Булла получил разрешение на уличную съемку в Петербурге. На его фотографиях выезд пожарного обоза, впереди на коне едет трубач. Ребятня взобралась на ветки могучего дерева, чтобы лучше разглядеть летящий аэроплан. По Невскому льду проложены рельсы для переправы. Мы разглядываем эти снимки и всматриваемся в детали ушедшего века. Мастерская на Невском могла бы представить не один толстый альбом портретов, выполненных в августе 14-го. Кто-то из пришедших сюда уже понимал, что эта карточка может оказаться последней в их жизни. Сотни снимков, определяющих раздел между войной и миром, между двумя эпохами и даже разными типами человеческой личности. Тысячи лиц, подобных которым сегодня и не встретишь. Они будто бы обещают. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. Эти слова Осип Мандельштам напишет позже, а пока он пришел сюда сняться на память с Корнеем Чуковским, Бенедиктом Лившицем и Юрием Анненковым. Друзья провожали Лившица на фронт. Уже в августе 14-го его зачислили в 146-й царицынский пехотный полк. О том, как Бенедикт уходил на фронт, писал Чуковский. Узнав из газет о мобилизации, немедленно собрался и весело зашагал.
Друзей поразил внешний вид обычно щеголеватого Бенедикта. За голенищем деревянная ложка, в руках простая солдатская кружка. По Невскому проспекту идут призывники, запасные, как называли их газеты. За спиной котомка, в руках узелок и обязательно чайник. Рядом идут жены. Им разрешили проводить мужей до сборных пунктов. Толпа заполонила все тротуары от Александровского сада и до Николаевского вокзала. Призывников собирают в гимназиях, в ресторанах, в Михайловском манеже и даже в цирке. На улице оркестра играют популярные песни «Последний нынешний денечек» и «О крейсере Варяг». А когда музыка стихает, то там, то тут слышен женский плач. Никогда еще в Петербурге с турецкой войны магазины золотых и серебряных вещей не торговали так крестиками и образками. Самый большой спрос на нагрудные образки. Многие просят выгравировать на оборотной стороне свои имена и фамилии. На углу Садовой улицы и Невского проспекта, рядом с редакцией газеты «Вечернее время», и днем, и ночью собираются горожане. Здесь можно прочесть последние телеграммы. Их вывешивают в окнах редакции. И уже раздаются голоса тех, кто чувствует, вступая в войну, Россия может оказаться перед смертельной опасностью. Зинаида Гиппиус пишет в дневнике: «В корне-то лежит громадное безумие. Быть несчастной, не понимающей происходящего толпой, заражаться ее патриотическими хождениями по улицам – нет, нет». Колесо войны поворачивается, набирая скорость. Тяжелое, разгонистое, как красное колесо паровоза. Это образ из книги Александра Солженицына «Красное колесо». Могучее кручение приведет Российскую империю к гибели. 4 августа. По Морской улице в сторону Исаакиевской площади идут Николай Гумилев, Сергей Городецкий и Владимир Шилейко. Их обгоняют мальчишки с пачками свежих газет, люди в картузах, видимо, мастеровые, приказчики рабочие. Все они словно спешат по какому-то срочному делу. На Исаакиевской площади собралась взволнованная толпа. Все смотрят в сторону мрачного здания германского посольства. Гумилев и его друзья останавливаются у гостиницы «Англитер». Оттуда хорошо видно, как какие-то люди по пожарной лестнице взбираются на крышу посольства. В окна летят камни, слышится звон бьющихся стекол. На крыше этого здания стояли два громадных бронзовых коня. Их держали за поводья гиганты, обнаженные тевтонцы. На них и обрушился гнев толпы. Раздались тупые удары топора, каждый вызывал восторженный крик толпы. Одна из статуй зашаталась и упала. Вторую пока оставили на крыше, слишком тяжелая. Не дай бог задавит людей на тротуаре. Лошадей, к общему сожалению, повалить не удалось. Их снимут позднее. Погромщики взбежали по черной лестнице и ворвались в комнаты посольства. Затем из окон полетели столы и стулья. Хулиганы разорвали на куски портреты германских императоров. А как вырос пыл погромщиков, когда они нашли в погребах шампанское? Наконец прибыли отряды полиции. Казалось, все успокоилось, но вдруг в посольстве начался пожар. Огонь так разошелся, что тушили очень долго. Погромщики при этом кричали: «Пусть горит, пусть погибнут немцы». Искусствовед, сотрудник журнала «Аполлон» Николай Пунин писал в те дни в дневнике: «Толпа жестока и груба, она страшна, как, вероятно, не страшна армия. Что-то темное и жуткое». Следующей ночью полиция обнаружила на чердаке убитого мужчину, весьма прилично одетого, около 60 лет на вид. Вскоре выяснилось, что это служащий посольства Альфред Кетнер. После отъезда дипломатов он остался, чтобы уладить все дела, и жил в этом доме. Биржевые ведомости писали: «Рана в левую сторону груди нанесена, по-видимому, кинжалом. Точная причина убийства не установлена». Разъяренные толпы забрасывали камнями витрины немецких колбасных магазинов и венских булочных. Едва не растерзали в трамвае горожанина. Он неосмотрительно рассуждал о немецкой доблести. Ждут своей участи австрийские жокеи, которые участвуют в скачках Коломяжского ипподрома.
Они хотят поменять подданство и уже подали прошение. События Европейской войны будут зафиксированы на ленте целым штатом операторов. Они отправляются вслед за воюющими армиями. Первые снимки скоро появятся в ПАТЭ-журнале. Авантюрную повесть «Золотая ручка» о жизни и похождениях знаменитой авантюристки Софьи Блюфштейн ищите в очередном номере журнала «Новая всемирная иллюстрация». «Граммофонный мир» знакомит своих подписчиков с сенсацией сезона. Это пластинка, на которой записаны поздравления с Днем Ангела и с Днем Рождения. В кинотеатре «Пикадилли» на Невском проспекте аншлаг, как в мирное время. Новый фильм «Дитя большого города» собирает полные залы. Зрители будто завороженные не сводят глаз с экрана, там бушуют неземные страсти. Наконец пианино умолкает, вспыхивает свет, и публика неохотно двигается к дверям. Люди выходят на Невский и замирают в удивлении. По проспекту двигается шумная толпа. Она приближается к кафе «Немцу Рейтера» на углу Невского и Садовой. Кто-то кричит: «Из окон этого заведения немецкие шпионы следят за нами». Толпа врывается в кафе и требует владельца. Рейтер напуган и готов на все, но погромщики начинают бить стекла. Рейтер приказывает потушить свет и сменить вывеску. Узнав о том, что случилось, меняет вывеску и владелец ресторана Вена. «Казалось бы, все оглушены этой войной», – записывает в дневнике Корней Чуковский. Но Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом снаружи и до азарта занят насыпанием в пенатах холма на том месте, где раньше было болото. «5 августа в Петербурге объявляют военно-автомобильную повинность. На Марсовом поле слышен рев моторов. Сюда съезжаются легковые авто, причем, как ни странно, за рулем многих автомобилей – дамы. Петербуржцы сдают на войну лошадей. Комиссия осматривает их так же, как призывников берут сильных, здоровых и, желательно, помоложе. Забракованные останутся в запасе, пусть служат в городе. А извозчики, которые обычно стоят у биржи, вокзалов и пристаней, теперь повысят плату в несколько раз. Рабочие фабрики «Скороход» Путиловского и Балтийского заводов остановили забастовку. Вчерашние бунтовщики все до одного работают даже в неурочные часы. Из состава служащих трамвайного предприятия призвано на войну 923 кондуктора и вагоновожатых. Графиня Клейн-Михель предложила свою великолепную дачу на каменном острове под лазарет. У подъездов столичных частных и казенных домов появились женщины-швейцары, некоторые в фуражках. Тысячи русских путешественников оказались в Германии в первые дни войны. Прежде чем они смогут вернуться домой, их ждут в подлинном смысле 40 мытарств. Актер императорских театров Александр Давыдов узнал о том, что началась война в Берлине. Он возвращался с женой и двумя детьми из Мариенбада с курорта. Давыдова разбудил резкий стук в дверь.
Военные вошли в гостиничный номер и велели спуститься на первый этаж. На улице стоял тюремный автомобиль. Обыск 3,5 часа в камере. Наконец Давыдова отпустили, но приказали немедленно покинуть Берлин. В купе набилось 26 человек. В каждом вагоне едут немецкие солдаты. Они следят за тем, чтобы никто не смотрел в окна. Говорят, высунешься — расстрел на месте. В Кёнигсберге всем приказали покинуть вагоны. Несколько часов растерянные люди под дождем ожидали своей участи, теряясь в догадках, что их ждет дальше. Наконец, беженцев пересадили в другой состав. Позднее Давыдов узнал, что в одном поезде с ним ехали Станиславский, Качалов, виолончелист Любошич. Многие отдыхающие возвращаются из-за границы через Финляндию. Рассказывают, что в Гельсингфорсе все гостиницы переполнены русскими. Многие ночуют в школах. По утрам берут поезда приступом. Едут с детьми даже на площадках вагонов. Наконец, дорожные испытания позади, они увидели Петербург, но это уже другой город. Из дневника Михаила Пришвина. «Город, военный лагерь. Куда-то исчезли хулиганы, нищие, цветы жизни, все неожиданности, у всех одно лицо. Все стали друг на друга похожи, и Петербург – прямая улица. Дорога проезжая на войну». Едут по Невскому, сверкают штыки. Так сосредоточены в себе и так скупы на все окружающие солдаты. Кажется, все с ними идет в одну сторону, к открытым воротам города. Артиллерийский арсенал размещен в Петропавловской крепости, и потому пушки перевозят по Троицкому мосту. Разводная часть его с дощатым покрытием. Какой гул стоит от движущихся по спуску с моста пушек. Ходят слухи, что над Петербургом и Кронштадтом могут появиться германские цепелины. Николай Гумилев, Александр Блок и Анна Ахматова встречаются в ресторане Царскосельского вокзала. Они вместе обедают. О чем они говорят? О войне или, может быть, о стихах? Блок спешит и вскоре откланивается. Гумилев, глядя ему вслед, задумчиво произносит: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев». Но пройдет совсем немного времени, и Блок действительно окажется на фронте. Уходят на войну сыновья великого князя Константина Константиновича. В лейб-гвардии гусарском полку идет молебен в Царском селе на плацу перед Софийским собором. Это полковой храм. Чудом дошли до нас воспоминания. «Наши серые лошади были выкрашены в зеленый цвет, чтобы быть менее заметными», писал в мемуарах князь Гавриил Константинович. «Моя лошадь с удивлением осматривала себя, поворачивая голову. Она, видимо, боялась самой себя». Приехал верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. В гвардии говорили: как только началась война, он приказал сжечь свою форму прусского гусарского полка. Николай Николаевич был его шефом. Раздались звуки полкового марша. Софийский собор провожал гвардейцев на войну. На платформе Варшавского вокзала грузятся в эшелоны и отправляются на фронт гвардейские полки. Офицеры обсуждают, брать ли с собой парадные мундиры для въезда в Берлин. Почти все уверены, что это случится уже через 6 недель. Если бы эти офицеры знали, что уходят в последний поход, и скоро не станет ни императорской гвардии, ни государя, ни великой империи. Thank you.
Телеканал «Культура» представляет. Всю дорогу в них швыряли камни, кому-то из русских палкой разбили голову, другого избили. В газетах появилась новая колонка «Оторванные от Отечества». К столетию начала Первой мировой войны. Газета «Копейка» успокаивает хозяек. Хлеба на зиму хватит. Уникальный документальный проект. Солдаты не верили, что улыбающаяся, хрупкая, сестра милосердия, которая так заботливо за ними ухаживает, великая княгиня. Многие крестились, думая, что перед ними видение. Нефронтовые заметки. Вторая серия. В пятницу вечером на нашем канале. Ой, Господи, ну какая же я дура была, Илюша. Ведь ты мне давно нравился. С каких пор? А вот что ты мне мешал? Торопился ты. Целоваться с тобой мне еще не хотелось. А теперь? 17 лет было, Илюш, чего ты хочешь? Я себе такое навоображала. Это была очень эффектная картина с поразительными актерами. Я был совершенно, ну, просто сражен. О, Господи, как же ты себя ценишь. Красавица ты, что ли, такой? Или денег у тебя много? Квартира, машина, тряпки из-за границы возишь. Какая ж корысть за тебя замуж выходить. Я до сих пор помню, меня вот поколачивало просто от этого просмотра. И картина эта накрылась медным тазом. Авторская программа Сергея Соловьева «Те, с которыми я», Андрей Смирнов и художественный фильм «Осень». Телеканал «Культура» представляет. Сенсация уходящего сезона. Легендарная сцена театра «Ла Скала». Петр Бедняков.